И так тоже скин. О, пусть они в 4 меня бьют, мне норм, мне норм. Да, да, все отлично. На бочке. Ой, я поторопился, я поторопился. Да. А ничего, ничего бывает. Хорошо. Все нормально. Так, ну ладно, я всрал. И прям вот нахерается монахи, типа, все время на них бьют. Ну, они могут хэви нажать, они могут стойку с хэви пожать. У них нормальный бар. Блин, не успел. Сейчас засранец тебя этот затанкует просто. Юрмунг вообще хорош просто. Ну, кстати, не знаю. А, ты... это ЛД. Это я. Да, тогда ладно. В плане как герой я имею в виду, что. Нет, он вообще хорош. А чего не помогли? Вот. Ты не спеши просто точно, там не надо парить так маспайте это. Пытаться. Просто когда ты атакуешь или паришь, ты открываешься. Давай, убьешь его? Угу. Ни хрена она его подсейвила. Нормально. Вот это сейчас был подсейв. Да, если бы я бы начинал играть, я бы стак, ну, тактики героев примерно. Вполне нормальная тема. Ну, типа, когда у меня какие-то знакомые скачивают. В принципе, нормально. После. Надо было другой бить. На самом деле это у меня большая двое. Проблема. Проблема, что в игре обучение плохо реализовано. Потому что игра не дружелюбная, как бы обучение очень слабо. Ну, если с Mortal Kombat, то он... Дошел на себя. Угу. Хорош! Будем делать. Бля, он что-то спихнуть может. Побей его, короче. Ну да, вообще заебись, ганка, у него дрын здоровый. Ну где Перри-то, додж атаки? Ну где Перри, ну? Рок-н-ролл, ну. Сори. Нормально. Я просто не знаю еще этих боксов, и я иногда чтобы сейвить даю зону. Давай. Ой, как хорошо. Просто ой. Убили нахрен. А, залетел. Серьезно. Так,
Победа! Вы дуэлитесь или вы... Мы в захвате. А вы уже начали? Ну, катаем пока что, да. Понял. Ну, вам долго еще, да? Ну, не знаю, минут 5-10. А вы простолюдинов с собой берете? Просто я новичок. Да, всех берем. Тоже новичок. Нет, ну как новичок? У меня часов 130 наиграно в эту барашку. Я не могу просто, они сомкнули. Да, блядь, ненавижу типов, которые пэрят лейты, пидорас. Да он каждый все ловит. Я все отмажу. Здорово. Олежка, они башут в захват. Не заходит, так что она главная. Да, а где вот хилка? Хилка на карте. Все отменяет. Неплохо. Почему меня не может ударить? Лучше-то, блядь. Да. Да, блядь. Потому что... Блядь, я ехал нет такого. Да. Ароти. Вообще что-то... Она боится меня. Блин, обезьяна бездела. Ну как её называют? Палочная. Она. А мне игра сказала, пошел ты нахуй, ты танчишь все, и я разделился. Почему вы годитесь? Я понял, отсюда прыгну. Слышь, Аберончик. Ну слышь, Аберончик. Аберончик. У меня появилась идея. Я хочу спросить. Аберончик, у меня появилась идея. Не понял? Прыгнуть. А чё, почему? Чё со мной было? Ты сдох. Давай. Я не сдох. Результат не будет. Я думал, я стану бессмертным. Ебать. Может, поможет? Лорис. А? Не успел. Да не туда. Враг наступает. Хуя не, а фильм. Может. Не, там, ну, в принципе, у меня простая тактика, но на спайм стоит. Чувак, похер, он сигает. Ну,
Ой. На болба. Ну, кстати, все ровно. На нахрен троих. Одним ударом? Конечно. Ну не одним ударом, одной фаской. А я пойду по дыму. Мы захватили зону С. А вот они сломлены. Прыгать, а это свой. Так, ну куда я заменю его? Так, иду на мид, короче. Но могут на тебя спрыгнуть, да. Хочет прыгнуть на тебя. Да, о, повезло. Иду, иду, иду. Ой, скромный аж дар, ништяк. Скромный дар, скромный дар. Зашибись. Фига нам вовремя кинул этот скромный дар. Иди нахрен. Давай, лук сдам, пока могу. Все, лук сдам. А этот, он с ультой. О, вот это замечательно. Хорошо. Все ровненько, ровненько. Все еще. Хорошо. Ловушка, ловушка! Не могу, не могу, я ОС. Так-то. Get your gun, baby.